Такие занятки на свежем поветре проходят уже на протягу 2 тыдняў. Каждый сеанс должится 15 хвилин. За годину на пляцовце реабилитацию проходят каля 100 пациентов. Усе занимаются по облегченной программе. Никаких тяжких практикований, которые могут пошкодить здоровью, нема. Побач супрацовники медустановы сделали специальные дорожки для прогулок. Занять на воздухе, тем более в наших условиях, вот сосонник такой, воздух очень чистый, и пациенты с утра заряжаются, они узнают упражнения, которые должны делать. И уходя домой, инструктора еще им рекомендуют эти упражнения. И пациенты уже знают, как вести зарядку, как себя разогреть с утра, какие упражнения делать, чтобы чувствовать себя получше, чтобы не нагрузиться сильно. Поэтому они очень полезны и в дальнейшем, я думаю, будут использоваться нашими пациентами. Новую методику у реабилитации пациентов начали выкористовывать после того, как делегация установы наведала Швецию. Там занятки на свежем поветре з'ява довольно распаўсюджаная. Пациенты застаются задоволены и худшей идут на поправку. У меня инфаркт. Я хорошо переношу. Ну, физкультура очень полезна, хорошо. Ну, занятия и персонал очень хороший. Обовязковая умова проведения занятка у раницей, после чего распочинается черговый этап реабилитации. Кожный из пациентов, у залежности от захворывания, протягивает лечение по особистой программе. Это занятки на тренажерах и у бассейне, физия и психотерапия. Сегодня у шпитале денежные 5 залов для медицинской реабилитации. Особливый гонор персонала – наявность сучасного, высокоэффективного обсталявания. Мы приобрели 2 года назад очень хороший тренажер «Армео», который позволяет реабилитировать пациентов после инсульта, особенно в верхней конечности, в режиме обратной связи. Пациент видит на экране какие-то задания, он одевается такая на руку робот, и благодаря этим программам робот помогает выполнять эти упражнения. Через 10 сеансов руки начинают намного лучше двигаться, и он уходит от нас почти полностью восстановленный. Значную увагу реабилитации пациентов в установе надают уже 10 годов, а в 2012-м на базе шпиталя навод створили областный центр медицинской реабилитации. Зараз каля 15% пациентов после тяжких захворований вертаются до працы. Приблизно такий же показчик сегодня и у сучасных европейских медицинских центрах. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».